В бассейне «Дельфин» поселка Развилка состоялось первенство Ленинского городского округа по плаванию. На соревнования могли записаться все желающие, но основной список участников составили воспитанники оздоровительного центра. Ребята, которые от 11 лет, они должны показать все возможное, чтобы третий разряд у них был взрослый, те, которые хотят дальше участвовать и выходить на российские, на областные соревнования. И, конечно, очень много воспитанников, бывших воспитанников, можно так сказать. Это мастера спорта, это участники российских чемпионатов. Всего на дорожку вышли около 100 человек. Пловцам предстояло преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем. Также можно было принять участие в эстафете. Ребята с нетерпением ждали этого дня, так как из-за пандемии все соревнования долгое время были отменены. Я дома готовился, занимался с резиной, ходил на турники, на брусья. Сейчас пловцы из-за временного простоя планируют только лишь вернуться к прежним результатам, а уже потом начать путь к новым победам. У нас были спортивные сборы, мы там провели неделю. У нас почти ежедневные тренировки, много проплываем, в зал ходим. На улице нам дают задания, так что по полной программе. Потому что давно не плавали, полгода без бассейна, поэтому пришлось достаточно сложно возвращаться в форму. На первенстве присутствовал заслуженный тренер России Андрей Шишин, воспитавший прославленных спортсменов, известных во всем мире. Я продолжаю тренировать Женю Рылову, Ваню Гиреву, всех спортсменов сборной России, которые представляют наш район. Вот, а здесь более молодое поколение отбирается на чемпионат Московской области. Это один из этапов отбора. Соревнования из-за сложившейся эпидемиологической обстановки прошли без зрителей. Но представители плавательного сообщества сами поддерживали друг друга. Победители получили кубки и памятные медали участников. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».